Всем привет, с вами Элис фон Блэк, и мы продолжаем проходить Vampire the Masquerade Bloodlines с патчем 9.9+. В прошлый раз мы с вами со всеми пиздели. Попиздели с Дамсел, попиздели с Найнсом, попиздели с Лукруа, пошли на Элизабет Дейн, потом опять со всеми опять пиздели, пошли к Артуру, сдали ему наконец квест, чтобы больше он про него не вспоминать. И, собственно говоря, сейчас опять идем к Лукруа сообщать по поводу саркофага и всякой вот этой хуйни. Да, я к Лукруа. Да, он велел мне отправить вас наверх, как только появитесь. Много народу приходит увидеться с мистером Лукруа. Славный парень, хотя кажется немного особенным. Интересно, может, это не мое дело. Спасибо. Блин, не сохранилось. Если оно сейчас залагает, пиздец. I've said all I need to for now. Уходите. Уходите. Найс. Чё за лохи? Для Крой, рассказывай. У меня нет времени на монологи. Опиши мне ключевые моменты увиденного. Там хуйня! Тут хуйня! Здесь хуйня! Везде хуйня! А насчет саркофага, что ты видел? Там пиздец! Ну, не будем делать поспешных выводов. Дай мне судовую декларацию и отчет. Я разберусь с этим позже. Возможно, когда заходил, ты обратил внимание на покидающий кабинет процессию симулирующих неженок. А кто эти пидорасы? Это были первородные главы городских кланов. Весьма неприятная компания, всецело преданное дело сохранения собственной шкуры. Именно поэтому они явились. Похоже, Алистер Граут, первородный Малкавиан, либо разучился пользоваться телефоном, либо пропал. Да он же Малк! Это вполне логично, что он просто разучился. Зачем мне куда-то переться? Появление шабаша сделало первородных нервными. Особняк Граута на голубых холмах. Мне нужно, чтобы ты вытащил Граута из той щели, где он прячется, и заставил его связаться с нами. Это все? Да, на данный момент, знаешь, твоя манера поведения имеет много общих черт с образом действий тех, кто поднялся до вершин нашей организации. Так, держать. Давай о Грауте уже. Да, о Грауте. Как я говорил, Граут первородный Малкавиан. Его поведение и жилище весьма экстентричны. И это еще мягко сказать. Последнее время у него развились параноидальные наклонности. Так что, возможно, тебе придется заглянуть под каждую кровать, чтобы его найти. Да он на кровати, расслабься. Ладно. Когда Граут с нами свяжется, ты можешь возвращаться. До тех пор прощай. А, да, точно, квартира. На те ключи. Ай, боже, спасибо! Убежали квартиру смотреть! Хезер, квартира, нахуй, дорогие, нахуй. Хуй знает, сколько она там стояла. Лукруа, богатый сучонок. Здорово, все сесты. Бля, только недавно стояла, они были. Оттуда переться. Багованная поебота. Наша квартира находится на несуществующем этаже. Если так визуально смотреть на помещение. Эхе, бывай.
Ну, богато, богато, богато. Рыбки, которые плавают в воздухе. И ботинка какая-то неопознанная. Сортир там, где Хезер стоит. Холодильник с кровью. И с какой-то жракой. Кто здесь жил, бля? Я так рада, что ты вернулся. Я ждала тебя, как ты и просил. Твоя квартира довольно миленькая. Ну, я рада, что тебе нравится. Я могу что-нибудь для тебя сделать? Хоть что-то? Просто скажи. Иди отдохни. А, ты предпочитаешь ночную жизнь? Я тоже. Нет, ты выжил благодаря моей крови. Я вампир. Все, завались. What? Что, ты шутишь? Правда, это типа you're такое joking, right? Жаргонное выражение that's или like что-то like понятие садомаза, да? Right? Это же не not значит like бу-бу, вампир. Правда? Right? Нет. No. Нет. No, нет, no ты же не существует. Ты... Это уже не this смешно. Isn't funny anymore. Я не смеюсь. No, нет, пожалуйста, не уходи, мне все равно, кто ты. Только не бросай just меня. Don't leave me. Ну, блять. А теперь докажи, что ты меня любишь. What can I do to show my appreciation? Деньги есть? Это все, что у меня here, есть. That's all I've got. Спасибо. Вымогатель. Надо строить с ней хорошие отношения, чтобы ее шабаш не убил. Попрется еще за мной, нахуй надо. Но деньги вымогать это... Это мое все. Вы что? Не знаю, отправиться сейчас к этой Джезабел, пойти по сюжетке. Или к Борису. Можно, кстати, к Борису зайти. А, кстати. Пятнадцать очков. Мне нужен Блишко, на самом-то деле. Хотя холодная, блядь. Холодная у меня ничего так прокачано. Превращение, наверное, вообще качать его можно либо в стойкость, либо каннибализм. А что там следующее? Призрачный волк, жуткость игры с ночной ворог. Мне, честно, детство кровососов хочется очень сильно прям прокачать. Ну, такое себе. Стрелковый у меня так подкачивается. Стрельба в предыдущий чем? Обыск. Обыск мне нахуй не нужен. А если обыск это... 8, 6, 5, 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
такой. Ну да ладно, насрать. Для ганкера пригодится стрелковая. Здравствуйте. До свидания. Это так не работает, да? Ладно. Вылазь.
Не стал с ним пиздеть. Я опять не туда пришла. Это что такое? О, боже. Я надеюсь, что я смогу ее отпиздить. Так, мне нужно, во-первых, стойкость, во-вторых, сохранение и топор в руки. А нет, слушайте. Нормальная КД. Не то, что у этого серпа, либо у Волга. О, да, кто это тут у нас? Ты верующая моя звездочка пришла, чтобы получить посвящение, которое может дать лишь Джезабел. Я так понимаю, это Джезабел Лок. Да, я Джезабел. И у меня есть что тебе показать, моя сладочка. Такие прекрасные, грязные, маленькие штучки. Мы и так в твоей гостиной, тупица. Что здесь происходит? О, тебе не уйти от меня, моя сладочка. Тем или иным способом мы переплетемся на пути к девятому кругу, и я отправлю тебя туда, напомнив сладкой болезни, которую я несу тебе. Full of the sweet sickness I carry. Чтоб я проснулась мертвую, как Ханна? Who better than кто лучше проституток разнесется мне дар, подаренный мной? Разве они не разделяют, не разделят его с остальными, погрязшими в радостях плоти? Как интересно, здесь секс называется прям. Я запомню, запишу. Ты просто больная, боже. Погнали нахуй. Hey, hey, stop right there. Тоже она мне. Нет, топора. Давай, блин. Ну ладно. Сейчас давай попробую, попади по мне. Кровати. Ты что, не знаешь про текстурки, женщина? Нож отдала. Ай, бля, у меня шли. Ну и ладно. Меня обидно. Что, книжка? Руководство по самозащите для женщин. Ок. Нет! Нет! Стой. Вот теперь можно к Борису. Надо попробовать и будет его уговорить. Типа, давай я убью эту самую Венеру. Давай договоримся. Никогда, кстати, не убивала Венеру. Привет. А чё ты такой несытный? О! Я, собственно говоря, сюда прихожу только за халявными пушками. И за патронами. Чёрт! Что за чёрт? Вообще-то он сказал, чёрт возьми, а не что за чёрт? Он же по-русски говорит! Какого хера ты здесь делаешь? Не знаю, бля, пришла нахуй. Ну, ножками сюда притопала. Мне нужно обсудить с тобой одно дело. Ну и выкладывай, я не собираюсь тратить на тебя всю ночь. Меня прислала Венера. Правда? Да. Ей нужен клуб. Маленькая сволочь, глупо испорченное американское дитя. Я столько дал ей, а она плюет мне в лицо. Ты противный, я бы тоже плюнул. Она уверена, что более чем за все расплатилась.
Так-то, значит, подружка, да, сидишь в доме, за который я плачу, ешь шоколад, за который я плачу, и говоришь о том, что украсть клуб, за который заплатил я сам, ты тоже испорченная девочка. Как же твоя охрана, я прошла мимо них. Это правда? Скажу тебе вот что, девочка. Как нам прийти к согласию? Может, ты лучше сделаешь кое-что для меня? Вываливай. Ты вернешься в тупой клуб, найдешь там неблагодарную девчонку и прикончишь ее. Я тебе заплачу, я вижу, она верит тебе. Для такой, как ты, это будет легко. Допустим. Вот видишь, ты понимаешь, что к чему. Это просто честно. Она получит то, что заслуживает. О, я вернусь скоро. Чекайте. Меня так прикалывает вообще просто. 12. Борис хочет, чтобы вы перешли на его сторону и убили Венеру. Ха, тьфу! Так. Прикольный компьютер. Здесь было какое-то действие. А. Чекайте. Вы убили Бориса до того, как выполнили его поручение. Какие неафности. Пока. Даже труп уже успели убрать. Киньте, чё. Да, здесь где-то был челик, у которого был только наш нож. Все остальные были нормальные. Типа, у них можно было пушку. Patients with severe respiratory illness, and many doctors say they may be ill-equipped to handle the surging number of new. Мне нужны твои патроны. For the ancient city of Angkor Wat that failed to return Wednesday night was found this morning, though without any trace of its operator or passenger. Cambodian officials have dispatched several military units into the area to search for the surrounding jungle, amidst concerns that it is related to one of a number of Southeastern Asian terrorist organizations based in the region. Three American citizens are among the missing. Several dead at a beach house in Santa Monica. Навык обучения не меньше 6. Так. Обучение. А вот. Интеллект и эрудиция. Интеллект, кстати, не должен дорого стоить. А эрудиция на что нет? Блин, это еще на убеждение, поэтому я ее так качала. Go. Допустим. Финансы не имели... двух, чтобы использовать план. К Венере зайду, мне как раз дадут еще опыта. Я буду на это надеяться. Изи, лемон сквизи. Погнали отсюда. Я вроде бы с ним все стрясла. Там, возможно, осталось еще пару человек, которые в номерах. Но, в принципе, это все. Кто здесь есть?
по-моему, то ли в баре, то ли еще где есть длинная пушка. Купи часы! А ты что продаешь? О, зато там танцевать, кстати, можно. Бля, до свидания. Ну ладно, допустим. Спускайся, мадама. Хули вы все на меня смотрите? Сели такие, короче, все съебались нахуй. Я, конечно, понимаю, что я танцую ужасно, но не такой же степени. Вы не лучше танцуете, я вам скажу. Здорово, ебать. Там же дальше ничего нет. Сортир был. А нет, сортир в другой стороне. Блядь, безумие сейчас заметит прямо. Четыре. Здорово, ебать. Есть чё? Вообще нихуя нет. Ебать, не борзая. Я вам на дверь... Под дверь насру. Ну, на дверь тоже можно, кстати. Тут я был. Листик с паролями, который мне уже не нужен, потому что я так все взломала. Ну, тут в сортирах можно пожрать. Ну, в принципе, все. Спасибо этому дому, и идем к другому. Можно к Анкеру, кстати, сейчас зайти. А нет, сначала к Венере, чтобы она нам бабки давала. За все. Ну и немножко опыта. У меня, к сожалению, сейчас стелс очень хреново прокачан. Я не могу пойти по квесту Ларри. Он длиннющий, сука, если реально стелс проходить, чтобы тебя никто не видел. Ай, блядь. Я забыла ей сказать нибудь про это. Ну, да, пойдем наверх. Погнали, жопы тряси своей. Во! Борис. This Boris blood. Blood Бориса in me. Борис. Мертв. That Boris. Это кровь Бориса. Полагаю, теперь мы партнеры. Если бы ты знала, чего мне стоило держать все эти годы. Значит так, приходи раз в несколько дней, и я буду отдавать тебе бабло. Теперь у меня зайдутся деньги, буду оставлять себе долю с прибыли. Не забывай заскакивать раз в пару дней и загребать все деньги. Отлично. И, кстати, убери этот дурацкий турникет со входа. Спасибо. И дайте жопу заценить. О, да, детка. Пиксельные жопы, это круто. Вон там сисят, скажу, сиська не все. Здорово, девочки, как дела? Вот та вот анимация мне моя, кстати, любимая. Я так обычно еди ставлю на стол. Не знаю, нравится мне. Здорово, ебать. Горяченько, что поделать. It's me. Я не могу по-нормальному. Ай, там, по-моему, дуло что-то.
бесит. А, сука. Да, я не забрала здесь 50 баксов. Это мои деньги, Венера, ясно? Тебе и так они заведутся. А у меня нет. Мне вот интересно, а почему она вот готова вот так вот сразу платить бабки мне за то, что я ее головорез? Она до этого Борису так же платила. В чем прикол? Так, что, я хотела зайти к другому разносчику. Закончить с этим дерьмом уже наконец. Привет. Baby girl! Давай показывай, что у тебя есть. Я хочу продать тебе нож. Я знаю, тебе это очень пригодится. И забери кольцо. И наркотики не могу продать. И вот это кольцо забери. Раз-два. Только, ух! Книжка сколько стоит? 20 баксов. Лучше прочитаю. Книжки говорят, полезно читать. Чё-то тут у нас по пушкам. Пушка, кстати, не платит. А у него ничего нового, только патрон. Нет. Такое ощущение, кого-то чуть не блеванул. Ну, не важно. Здрасте. Ну что, уйди, оставь меня. Ой, слушай, мне нужно только узнать про болезнь. Чё ты мне тут пиздишь? А, правда, нет, я не верю тебе. Пришла за моими алюминиевыми банками, да? Ты их не получишь, убирайся. У тебя кожа очень странная. Ты разве не помнишь, как мы в одной ночлежке ночевали? Ебать, старая. Окей, я знаю только то, что старая Билл жестянка бредила каком-то чудовище, которое утащило его куда-то и заразило. Это все, что я знаю, и все, что могу сказать. Ок, а где он? Ну, обычно он ошивается в своем любимом переулке напротив бара. Спасибо. Ну чё, здрасте. Видели это? Окровавленные ошмётки? Трудно не заметить. Он разорвал его на две части, разрезал словно куклу. А кто это? Эти двое, а тот мёртвый, ещё один тип, они пришли вместе. Я здесь живу, поэтому я спрятался. Подумал, ну может хозяева здания или копы решили тут порядок навести. Рассказывай. Мертвый тип называл его грязный. Ага. Ну и они как кого-то ждали, собирались получить какую-то работенку. Но тот, кого они ждали, опаздывал, так что второй пошел позвонить, а погибший парень остался. Ну тогда этот убийца и появился. В смысле? Секунду назад его не было, и вдруг он здесь как будто из тени возник. А покойник со страху в штаны наложил. Я хотел закричать, но даже дышать не мог. Но тот убийца, он отрастил когти, клянусь. Я это видел, покойник побледнел, словно черт. Черт увидел. Потом убийца схватил его за шею, поднял и стал... его по-всякому проклинать. Что же он говорил? Я не очень-то расслышал. Что-то о возмездии за то, что он сделал. Убийца убедился, что тот покойник узнал его. И потом вспорол ему живот. Просто разорвал его на части. Он делал это очень медленно, будто наслаждался криками бедняги. Если ты кому-то расскажешь... то тебя упрячут в психушку. Лучше просто уходи. Хорошо. Я вообще ничего никому не скажу. Пока.
первого раза не получится чекать. Это сложно, блядь. Ну, почти же, ну. Сука, блядь. Ой, ладно. У меня было где-то видео, где я с первого раза попала. Кто здесь, а? У старины Билла не слишком хорошо со зрением последние дни. Это ты, Бетти? У меня сегодня нет бухла, так что можешь проваливать отсюда к черту. Билл, мне нужно с тобой поговорить. Рассказывай, что ты знаешь. Да, это я могу, но сегодня я чувствую, что мисс не одолжили ли мне одолжите пару баксов человека, который сегодня не придёт. Как только поговорим. Спасибо огромное, надо пойти взять какого-нибудь самогона, но для медицинских целей. Я знаю, вы не поверите Биллу, потому что я рассказывал многим друзьям и копам, и всем с тех пор, как случилось. Люди просто говорят, что это пьяный трёп и больше ничего. Рассказывай, я поверю. Это был монстр, понимаете? Чудовище с уродливым и исковерканным лицом, зубами длиннее, чем ваши пальцы. Эти глаза желтые, как моча, и полны ненависти. Я нигде не видел подобных глаз. Они все еще снятся мне в кошмарах. Ага, и что дальше? Он схватил меня, перебросил через плечо, отнес в плохое место, темное место. О боже, этот запах! Хуже всего, что я слышал, и тогда он укусил меня, мою шею. О боже, это было ужасно. Не очень-то понимаю, что было потом. Помню. Я отрубился и проснулся здесь, в своем переулке. С тех пор чувствую себя не очень. Мне нужно узнать, где был этот монстр. Он из канализации, это точно. Прямо тут, за углом. Не хочу возвращаться в это плохое место, дружище. Не дай чудовищу вернуться и волочь меня туда. Все будет хорошо. Эх, бомжи, канализация. Типичные вампиры The Masquerade Bloodlines.
идее, патронов на всем не должно хватить. Нашла сюда дорогу, да? Идя на запах внутренности гниющей плоти. Хочешь получить бесплатный обед, кровопийца? Мясо в моем царстве без обид. Ты фу-фу-фу! Хоть фу на тебя! Кто ты вообще? Братом Канкерон зовут меня, верховный правитель в зловонных залах мертвецов. Посмотри вокруг. Кровь, раздувшиеся тела, кишащие червями, смертные оболочки. Они знаменуют наступление новой эры. Брат Канкер, ты чё, про девятый круг, что ли, говоришь? Братство девятого круга, черный рассвет уже наступает. Приди, присоединись к нам в эти последние ночи, распространяя нашу заразу по земле и разделяя сию нечестивую веру с нашей смертной пастью. О чем ты, блядь? У тебя крыша поехала. Двери уже открыты, печати сломаны, и это лишь последние шаги в бездну. Ужасающее таинство девятого круга. У меня не получается, да? А почему ты питаешься бездомными? Они слабые, больные, безнадежны. Я даю им новый смысл существования. Они сосуды тьмы, несущие заразу в своих жилах. Не понимаю, о чем ты. Но я уже заебалась. Приди, примкни к собравшимся здесь последователям, плавающим в собственной гниле. Я покажу тебе таинство братства. Таинство братства вкушает твою плоть. Ок, пока. Полезет. Где? Ну и где ты, чувырла? О, боже, его еще и поманить придется. Ой, не так. Это надо. Девятого круга. Дебила.
крысятина. Бесплатный обед. Будь я Носферату, крысы бы от меня не убегали. Ну так заметно, что они немножко разваливаются. Так, ну, собственно говоря, я так думаю, после этого мы сразу к епископу не пойдем, надо будет немножко прокачаться, только потом идти. Ну и на этой прекрасной ноте серию нашу завершим. Всем спасибо за внимание, до скорой встречи.